Сегодня у нас проходит «Ночь искусств», цикл мероприятий, посвященный крымско-татарскому искусству. Это и художественное слово, и арт-сектор, такой, так скажем, картины, презентация картины, презентация одной картины, презентация поэтического сборника крымско-татарской поэтессы Гульнары Крым, Гульнары Сефединовой, ну и многое другого. В эту книгу вложены все ее страдания, печали, также о депортации нашего народа, плюс личная жизнь, да, потерпела немало, как скажем, не очень приятных моментов, но она старалась это все пересглаживать и в творчество впускать.